МЧС России проводит всероссийскую штабную тренировку по гражданской обороне. Сотни тысяч спасателей ликвидируют последствия десятков условных чрезвычайных ситуаций. В тренировке задействованы более 300 тысяч спасателей и более 10 тысяч единиц техники. Акция стартовала сегодня и продлится 5 дней. Пресс-секретарь главы МЧС Александр Дробышевский сообщил, что замысел тренировки разрабатывался с учетом климатической и географической специфики регионов и по наихудшему сценарию развития чрезвычайных ситуаций.